Я родилась в Москве, как я говорю, что по национальности я москвичка, в Черемушках. И все вокруг меня были, ну, сильно не похожи на меня. Ну, прям вот, ну, вот таких, как я, можно было посчитать там на всю Москву на пальцах одной руки. И мы, естественно, все друг друга знали, потому что в свое время мой дедушка в конце 20-х годов сделал группу из 17 афроамериканцев, которые поехали в Советский Союз строить социализм.